Одним из самых ярких спортивных событий этого года стал командный чемпионат России по настольному теннису среди мужских команд премьер-лиги. Славянцы имели возможность присутствовать на по-настоящему грандиозном празднике спорта. В борьбу за первое место вступили участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. С подробностями мои коллеги. Ни для кого не секрет, что в Славянске на Кубани уже много лет проводятся соревнования как краевого, так и всероссийского масштаба. Вот и на этот раз в спорткомплексе «Лидер» состоялся четвертый заключительный тур командного чемпионата Федерации настольного тенниса России среди мужских команд премьер-лиги. Тур четвертый, он заключительный перед суперфиналом. В суперфинальной части, значит, этого чемпионата будут принимать участие 8 сильнейших команд. То есть в течение сезона все команды играли между собой. Вот сейчас этот заключительный четвертый тур, по итогам которого, значит, команды, занявшие с 1 по 8 место, в Сочи в июне месяце разыграют уже именно медали чемпионата. В чемпионате приняли участие 12 сильнейших мужских клубов России. В составе команд – участники Олимпийских игр, чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и России. Первая ракетка мира – семикратный победитель Европейской лиги чемпионов. Владимир Самсонов уже не в первый раз бывает в Славянске на Кубани. И как отмечает спортсмен, организация соревнований всегда на высшем уровне. Много лет в чемпионате России, и уже приходится, может быть, раз шестой, седьмой, наверное, приезжать сюда. Очень всегда приятно здесь находиться. Встречают очень хорошо, то есть никогда, в принципе, нет никаких проблем. На соревнованиях Краснодарский край представляла команда «Кубань-Седин». В ее сборной играет воспитанник Славянской школы по настольному теннису Алексей Чернышков. Сегодня второй день. Третий матч играю. Вчерашний день проиграл две встречи. Сегодня вот выиграл 3-1. Ну, команда послабее немного, чем вчера были. Вот, так что получилась борьба. Пожалуй, задача привлечь внимание молодежи и детей к спорту выполнена в полной мере. Трибуны были заполнены будущими спортсменами, а может и в перспективе – восходящими звездами кубанского спорта. Я занимаюсь 3 года настольным теннисом. Я хочу быть знаменитым, как и эти спортсмены. В ходе чемпионата, длившегося 3 дня, бесспорными лидерами стали многократные чемпионы России, обладатели Кубка Европы и России, команда «Факел Газпром» из города Оренбурга. По итогам чемпионата 8 сильнейших команд вышли в суперфинал. И с 5 по 10 июня в Сочи разыграют медали клубного чемпионата России. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».